Торговля в нашем городе, как и по всей России, играет важнейшую роль. На сегодняшний день для тех, кто работает в этой сфере, одним из самых главных вопросов является переход на онлайн-кассы. Для чего это делается и каков механизм работы по новым требованиям, обсудили на семинаре-совещании, на который были приглашены руководители предприятий потребительской сферы города и района. Семинар-совещание был организован по инициативе районной администрации и Славянской торгово-промышленной палаты. В ходе мероприятия было озвучено много полезной и нужной информации, которая касается реализации промышленных товаров и продовольствия. Но самым актуальным стало использование онлайн-касс в розничной торговле. Это требование федерального законодательства, реализовывать их надо. И способствовать прозрачности расчета в сфере розничной торговли и услуг, именно прозрачности денежных расчетов. Трудности предпринимателей, которые своевременно установят онлайн-кассы и начнут их использовать, будут с пониманием встречены контролирующими инстанциями. Все это, конечно, довольно сложно, но и в то же время вполне по силам предприятиям потребительской сферы. Были представлены именно и практики, которые этим вопросом занимаются. Были показаны возможности, показаны различные виды этих касс онлайн. Поэтому все возможно, но реализовывать надо. Кроме того, в ходе совещания обсудили вопрос недопустимости торговли фальсифицированной и контрафактной продукцией, а также необходимость соблюдения требований к торговле продуктами в весенне-летний период. Андрей Вишневский, Александр Косицын, программа «События».